Утро понедельника для спасателей выдалось жарким. Примерно в 10 часов на номер 112 поступил тревожный звонок. Загорелось здание на улице Малиновая в Курске. Густой дым окутал здание транспортного предприятия. На место происшествия выехали пожарные нескольких частей Курска, полицейские, медики, работники электросетей. Для борьбы с огнем привлекли почти 70 человек, 16 единиц техники. Происходило горение обшивки административной части здания, сильное задымление и спад кровли основной части здания. Тушение пожара осложняло сильное задымление, высокая температура под кровлей здания. В связи с тем приходилось вскрывать кровлю в нескольких местах для выпуска дыма и снижения температуры. Ликвидировать возгорание удалось в 11:25. На площади 300 квадратных метров повреждена кровля. К счастью, пострадавших нет.